Здравствуйте, мои дорогие друзья, любители хорошего звука. Мы опять делаем презентацию в нашем дорогом и любимом салоне Пульт.ру. И сегодня речь пойдет о усилителе, о котором я вам уже рассказывал. Мы делали анонс. Мы говорили, что в скором времени появится новый Брио. Так вот, я рад вам сказать, что новый Брио в Пульт.ру уже есть. Вы его можете увидеть воочию. Новый усилитель, который существенно лучше старого Brio R. Мы сравнивали у себя в офисе совсем недавно эти два усилителя и должен вам сказать, что действительно этот усилитель играет лучше. Больше воздуха, лучше сцена, лучше динамика намного, ну и лучше внешний вид. А также я вам хочу сказать, что разработчик поработал и над тепловым балансом. Усилитель очень хорошо сбалансирован. У него великолепный совершенно фонокорректор. И самое главное, как я вам раньше говорил, у него есть выход под наушники. Вы можете подключать любые свои наушники до 300 Ом, и при этом вы сэкономите деньги на своей аппаратуре, а слушать будете прекрасную музыку. Так что приходите в Пульт.ру, заказывайте, покупайте, прослушивайте эти усилители. Вы не пожалеете. Спасибо.